На 45-м году ушла из жизни белорусская актриса театра и кино, певица Белла Шпинер. Она окончила Белорусскую государственную академию искусств. Работала в Минском ТЮЗе, театре Дзея, Республиканском театре белорусской драматургии. Была вокалисткой группы «Дилижанс Джаз». Сыграла роли в фильмах «Вольф Мессинг», «Видевший сквозь время», «Гадание при свечах», «Охота на гауляйтера», «Ой, мамочки», «Мухтар», «Новый след», «Куба, заступники» и другие. Умерла 26 июля 2021 года.